Че, друзья, уже без 10:07, короче, пошел на охоту. Уток много. Близко не подхожу. У меня, короче, нулевки остались вот. Нулевки патронов вообще нету дробовых, так что я теперь без уток буду. И, короче, это. Косачей смотрю, хожу. И вот в одном прям месте, смотрите, сколько волнушек нашел. Во, волнушки, смотрите. И вот еще где-то вот здесь волнушечка. Две даже, смотрите, друзья, прямо это. Под листвой прям такие хорошенькие волнушечки, блин. И под березовиков насобирал, короче, но я их сыпал. Они у меня под кустом лежат. Ну, не знаю, заберу я их сегодня или нет. Сейчас вот крутанусь еще. Посмотрю, может, будут волнушки здесь. Так. Ну, пока что не видать. Короче, надо покрутиться здесь и пособирать волнушки. Вот такие вот, друзья, грибочки. Ставим лопусики за такие вот офигенные волнушечки, друзья. Супер-пупер грибы. Короче, собираем в зиму, чтобы потом нямкать вкуснятину. Друзья, ладно, все, давайте ждем отчет последнего выхода. Как след выйду, покажу, что с грибами. Это, друзья, чтобы вы чуть-чуть офигели, вот, короче, два белых гриба. Ну, не белые, а, короче, эти, подберезовики. Но это фигня, короче, можно сказать, о бабке. Смотрите, вот под осиной, короче, растет. О, смотрите, первый вот такой. О, смотрите, вот еще один, но этот уже трухлявый, я его выкину. Он туда выкину. Короче, вот еще какой-то. А, это шляпка моя, я уже сорвал. Вот, смотрите, вот еще под осиной, вот такой. О, ну, блин, у него уже ножка червивая. Сейчас разберемся с ним. Вот так вот под шляпку отломаю. Тоже шляпку червивую выкинем. Вот такой грибок. Потом вон еще подосиновики. Во, смотрите, вон, во. Во подосиновик. Вот, короче, срываем. Вот здесь сразу два. Смотрите, как растут. Смотрите, как чёт растут. Видите? Вот, смотрите, о, они как раз-то. И далее, и вот еще подосины. Ну это уже хана ему. А, и вон еще два, ё-моё. О, видите, выкину его. Пускай споры разберутся. А, даже три тут, смотрите, вот еще маленький. Вот такой. Вот такой. Вот такие, короче. Друзья, ну-ка еще посмотрим. Есть, нет? Да стопудово еще где-то есть. У меня там, короче, сам телефон перестал снимать почему-то. Память, наверное, заканчивается. Он автоматически прерывает съемку. Ну да, пока что нет. Я после... Всем привет, друзья. Вот нашел два подосиновичка. Сейчас, короче, иду еще искать. Вот в такой вот лес захожу. Сейчас посмотрим. Будет здесь что нет. Я думаю, в таком офигенном лесу точно должны быть грибы. Ой. Застреваю. Опа. Друзья, обалдеть. Вон грибы. Видите? Вот растут три штуки. Вот. Раз, два. Вон третий подосиновик. Вот такие вот. Слушайте. Оп, раз. Вот такой вот два. Вот такой вот три. Вот четвертый, друзья. Четвертый. Вот. Короче, обалдеть. Ну-ка еще крутанусь. Ага, вон еще один вижу. Обалдеть. На таком пятачке. Вау. Вау. Ой, еще один. А вот какой-то непонятный гриб. Фу, поганка. Вот подосиновик. Ну-ка вылезем. Отсель. Вылезем. Обалдеть. Во, мои подосиновики, друзья, прям в одном месте нашел. Прикиньте, вот сколько подосиновик. Ставим лайки Fisherman Hunter. Короче, пошел на охоту.
Попадаются грибы. Я, короче, под березовиков уже с ведро, наверное, брал. Оставил, короче, в мешке. Короче, температура у меня, друзья. Херово, мне жарко, я весь мокрый. Горло першит. Пить хочу, я вообще не могу, блин. С болота не буду пить, короче, вода грязная. С собой ничего не взял. Вот еще ранетки мятные поел, вообще охота пить стала. И вот сейчас вот, короче, вот зашел вот такой вот осинчик небольшой, короче. И вот нашел, короче, подосиновички вот такие вот. Короче, ставим вот такие вот лайки, друзья. Прямо ставим вот такие лайки. Кому есть возможность, у кого есть, помогайте каналу деньгами. Друзья, мне надо на патроны. Вот на такие патроны надо деньги срочно. И это. Короче, набрал уже, короче, 1,5 мешка грибов. Вот. Короче, где-то с полмешка подберезовиков, а мешок примерно...